Приветствую вас, уважаемые любители закусить. Вот гороховая водка есть. Хлеб свежеиспеченный ржаной есть. Ну что ж вот это гороховую водку с одним хлебом? Мы же интеллигентные люди. Надо сделать какое-то такое, чтобы можно было так налить. Кусочек взять, закусить, потом пойти куда-то с рюмашкой, опять кусок закусить. Ну, вы меня понимаете. То есть надо чем-то этот хлеб намазать. Ну, просто ж так не хочется чем-то мазать, надо же выпендриться. И вспомнил я такое заморское слово – хумус. Но чтобы приготовить хумус, нужен нут, а его нет. А у меня есть чечевица. Возьмем чечевицу и приготовим. Первое, что делаем – промываем ее. Поскольку какашки кушать мы не хотим, а хотим кушать вкусненький продукт, поэтому пойду промывать. Промыл, добавляю воду и ставлю варить. Как закипит, для чечевицы достаточно минут 15. И пока чечевица варится, на сковороду разогретую выбрасываем лук с морковкой и обжариваем. Ну, естественно, с маслом подсолнечным или оливковым, что еще лучше. Чечевица сварилась всего лишь за 15 минут после закипания. Красная быстро варится. И надо ее перемолоть. Морковку с луком я обжаривал всего лишь 5 минут. Можно даже меньше, лишь бы ушел лучный запах. Ну, мне захотелось так чуть-чуть побольше. Слегка такой пережаренный лук, хотя и не сильно, мне кажется, придаст имитацию мяса, жареного на сковородке. И перемалываем теперь уже эту морковку, лук, все вместе. И последний этап. Добавляем соль. Специи. Специи можете взять любые, я в этот раз возьму по минимуму, просто молотый имбирь для придания легкого аромата и легкой остроты. И томатную пасту. Как раз паста, она густая, не даст сильного разжижения. И снова перемалываем. И после того, как все хорошо перемешали, пробуем. Попробовавши, если чего-то не хватает, соли, каких-то специй, уксус, лимонный сок, все это можете добавить, ни в чем себе не отказывайте. Но я сделал, как мне нравится, меня устраивает. Перейдем к дегустации. Вот он, готовый продукт. Но теперь уже можно налить гороховой. И не спеша опрокинуть рюмочку. Это же уже совсем другое дело. И красиво, и приятно. Ну попробуем, ваше здоровье. Изумительно, изумительно, нежно, сытно, заменяет любой паштет, любую колбасу. Вот в доме нет никакого мяса, а выпить-то хочется, а закусона-то нет. Приготовили, и этих бутербродиков будет достаточно. Очень приятно. Притом, когда уже после второй бутылочки, если там кто в гости зайдет, хочется покислее, посолонее, всегда можно подкислить, добавить сольки. Вначале понежнее. Ну, продукт изумительный, а главное питательный. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет вам счастье. Делайте чечевичный хумус к гороховой водочке. В общем, всех вам благ, ваше здоровье, всем пока.